Может быть, она уже здесь. Поговорим, честное слово.
Ты где? Где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее. Смотрю, ты не боишься запачкаться. Подожди меня немного. Все, я здесь. Пошли искать. Жди нас, Эва. Продала уже? Максимум на запчасти пойдет. Если... Как будто... Не заскучаешь. Берегись, нас кто-то услышал. Посмотри, мы здесь.
стреляют! Понравилось? Ух, блин, мы справились. Круто. Я помогу. Влечи подсюда. Ты посмотри, мы до сих пор живы. Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Вижу ее. И кабель. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Ну что, я готов. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз, два, три! Давай! Слава богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Понял. Идем к лифтам. Ну давай, тебе трудно, что ли? Ну хотя бы одну. Ради меня. Твою... Ладно, пожалуйста. Можешь хотя бы куриться, мне насрать. О, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори мне, что тебе не стало легче. Ну что, заходим?
Дадим им немного времени. Ты же видел ее? Если бы от меня что-то зависело, я бы вернул ее в сознание и допросил прямо там, на студии. Только от тебя тут ничего не зависит. Идем. Вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Как она себя чувствует? А ты как думаешь? Включи воображение. Эта студия высосала из нее все человеческое. Она отдала, что могла. Но этого им было мало. У нее продолжали отбирать все больше и больше. Такое ощущение, что она в каком-то трансе. Совсем погрузилась в себя. Не реагирует на то, что ее окружает. Мне очень не хотелось копаться у нее в мозгах. Просто знай, что я сделала это только ради тебя. Мне надо с ней поговорить. Ви, я понимаю, ты хочешь получить от нее ответы на очень важные вопросы. На твоем месте я бы тоже хотела. Только у тебя не получится. Она выпала из реальности. Блять, она что, шутит, что ли? Почему ты на нее злишься? Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого. Знаю. Все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. То есть ты их уже видела? Да, пришлось поработать, чтобы хоть что-то понять. Но я не хочу тебе навязывать никаких выводов. Просто посмотри и составь свое мнение. Сколько брейн-дансов тебе удалось выдрать? 2. Из них только один целый и понятный. Остальное, ну, все в том же состоянии, как сейчас Эвелин. Окей, показывай. Погоди, дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла дар речи. Пойдем, Ви. Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. Не, ну посмотри на нее. Привет. Как твои дела? Тебе что-то нужно? Я просто хочу немного поговорить. Я знаю, что я не вовремя, но у меня вопрос. Ты знаешь, как можно вытащить мой биочип? Кто-то в городе может это сделать? Эвелин, очень тебя прошу, помоги мне. Это важно. Я умру, если не найду выход в ближайшее время. Ты был прав. Мы просто теряем с ней время. Садись. Ладно, запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Ага,
Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только планировка комбо, как ворендел поклёт на джунман. Можешь осмотреться, если хочешь. Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезный нетранер. Или просто работает на пару с таким. Я знаю, что это. И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что вудуисты. Но это просто слухи. Я не то чтобы на 100% уверен. Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. Обратить внимание на устройства и охранные системы. Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из верта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафе Бори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе... Это не так важно. Может быть. Но они все из Пасифики. Это сужает область поисков. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Отлично, думаю, на этом все. Что скажешь? Женщина, которая наняла Эвелин. Знаешь, кто это такая? Первый раз ее вижу, если честно. Извини, Ви. Теперь ясно, что случилось в облаках. Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю, ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще. Если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увести биочип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Запускай. Меня уже ничто не удивит. На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском. Раз уж это вудуисты. Постой-ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорят с той стороны? Есть. Погоди секунду.
Она говорила про Юринобу. Наверное, поэтому Эвелин спрятала эту запись. Я слышала еще одно имя. Что-то вроде Сильверхенд. Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важное. Опа! Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай установлю. Oui, Léa, allez. Où t'es gain raison, mademoiselle, tout intelligent pour ça, pour tes biens. Ou pas, c'est mademoiselle a fait un gain problème. Mademoiselle pas engagé. En plus, c'est pis bon moyen. Nous vivons pour nous rives, souillerie, non, bouc. Faut que nous prenne chasse, là. Moi, t'as ramé quoi? Même j'ai un verre, qui s'il veut amener nous tirer sous halt. Ok, Джуди. Хватит. Ладно, отключаю. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер. И это было 100 лет назад. Ви, ты не знаешь? Помнишь, мы украли биочип? На нем была записана энграмма Сильверхенда. Энграмма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. Конечно. Кто они? Ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блять, Ви. Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечке с голубой каемочкой. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? А что, боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет. Сначала я тебе не доверяла, но... Если бы ты хотел отомстить Эвелин, ты бы уже давно это сделал. А что тогда не так? Просто хочу, чтобы у тебя все получилось. Что ты будешь делать? Поспрашиваю людей... Позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Спасибо, Джуди. Это тебе спасибо, Ви. Ты хороший парень. Крутой. Эвелин всегда судила о людях поверхностно. Если бы она познакомилась с тобой поближе, может, все сложилось бы совсем по-другому.
is calling. Ergo, V as well. Need to make contact with the Voodoo Boys chief, if you can swing it. Ah, straight to biz. Ultra heavy variety. The Voodoo Boys, led by one Maman Brigitte. It's no easy feat getting an audience with her. Yeah, didn't expect you could swing this anyway. V, reverse psychology? On me. Surely you're better than that. Maman Brigitte? That a nickname? Spooky cult alias? Alas, I've not had the pleasure of asking her over tea. But no. Many assume otherwise, yet her title carries no religious weight. The Voodoos don't adhere to their cultural heritage. Rather, they loosely allude to it. Really not doing biz with the Voodoos? Surprised? I strive to avoid risk in my dealings. They pose much of it. Still, feelers I can extend. No harm in asking around. I just need information from you. A springboard, if you will. Sorry, private matter. Desirable as it may be, privacy won't help you here. Let's say there's something I got that they want. You've got something for the VDBs. Trust me, they don't want it. They don't need it. An insular bunch all round. Tech, networks, what you will, all in-house. But if you insist, I'll poke around. In the event of a twitch, you'll hear from me. Thank you.
Внимание всем патрулям в Уэстбурге. У нас 0211, прием. Вас понял, мы на западе Silk Road. Будем через 3 минуты. Если там опять у кого-то бассейн засорился, я нахрен уволюсь. Ну и что, долго ты там будешь сидеть? Полиция! Гребаный нахер! V, it's your lucky day. If you're serious about making headway in Pacifica, that is. Work some magic for me? As I said, whatever you're offering, the V-Boys could not, I quote, give a shit. You kept your receipt, I trust. Yet a counteroffer was forthcoming, a gig. Successful completion thereof could earn you an audience with Brigitte. Gig. Any hints on what it might be? Doesn't matter. Will it sway you? It's clear you don't intend to refuse. You'll learn all in due course. Besides, I didn't ask. Getting a word out of the voodoos is like pulling alligator teeth. Painful for everyone involved. Okay, so who do I contact next? Church, Sloan Lane. Inside by the altar. They'll know to look for you. Got it. Thanks, Hans.
Я доберусь до твоей жопы и почки тебе вырежу, слышишь? Прикрывай!
Эй, с кем имею честь? Я Клэр. Ты меня не помнишь? В баре работаю. По смерти. А, у меня что, счет не оплачен? Да нет. Я часто про тебя слышу. Говорят, ты умеешь решать вопросы. А у меня тут проблема. Слушаю. Мне нужен пилот. Рулевой на гонке. Загляни ко мне в гараж. Изложу детали. И где этот твой гараж? В Аройо на Велли-стрит. Милое местечко, ты сразу узнаешь. Хорошо, постараюсь. Если меня не будет, просто подожди. Я туда вернусь, как только смена в баре закончится. Ладно, пока, Клэр. Получай! Больно, не
Сара! Напирайте! За союз! Сейчас вылетит птичка! Надо обойти его с фланга! Нахуй такую стратегию! Цель подбита! Получай! Надо определить угрозу.
Это чё? Ёбище лесное! Thank you.
я просто не... Ugh!